Всем привет! Меня зовут Илья, и у меня около 20 гитар. И среди них нет ни одного Гибсона или же Фендера. Как так получилось? Казалось бы, Илья, уже не студентик. Несерьезно. Давно мог бы перейти на дошики в мягкой упаковке, лить 80-й бензин, ну или же, скажем, покупать меньше цветных футболок. В конце концов, можно продать эти 20 гитар и купить хотя бы 5 нормальных. Ну то есть там... Гибсон Лес Пол, Фендер Стратокастер, топовый Ибанес и, скажем, Мюзикмен. Хотя и это может быть уже лишнее. Так вот, задача этого видео понять, в первую очередь мне, почему я такой конченый. Но давайте обо всем по порядку, потому что я так люблю. И какие инструменты чаще всего вы видите в моих видео? В ближайшее время посредниками будут выступать вот эти вот ребята настройки. И это здесь Хмелевский Винг. Ценовая категория около 1000 баксов плюс-минус. Классный цвет, классный кленовый гриф, датчик RB Puncher. Люблю этот инструмент. Дальше. У меня здесь стоит Ibanez. Это дорогая серия 331, трехкусковый гриф, фиксированный бридж, что еще надо, гибалтаровский. Сейчас такие стоят, наверное, уже под 50, потому что я 350 видел за 45 тысяч, а он классом ниже. Я взял это чудо за 10 тысяч рублей на Авито, и это весомая часть моей любви к нему. Ну и опять же классный цвет. Дальше у меня здесь стоит, в данном случае вы пока с ним не знакомы, это iOS. В будущем увидите его, да, очень интересный инструмент оказался, не так, как я думал совсем, меня встретил. Моя Берни, классный Лес Пол, современный бридж, компактные датчики Фокина, почему-то мне они здесь прям очень классно зашли. Вчера я достал ее, вставил вот в этот винтажный комбик Marshall Origin, и прям-таки... То есть я люблю этот инструмент, каждый раз я достаю его и понимаю, что я его тоже люблю. Классно смотрится, претензий нет, дешевый инструмент на самом деле. Ну так или иначе, здесь еще стоит Epiphone Muse, вот там стоит, на меня смотрит Фернандес Dragonfly Deluxe с 81-м ежом в бридж, то есть, ну вообще с этим ежей. Но все это, по сути, безыменные, так сказать, создания. Никто их не знает, по крайней мере эти модели точно, ну так особо это никто и не знает. В то время как Gibson и Fender это буквально легенды. И действительно, я считаю, что нормальному человеку легче и более разумным будет купить себе Gibson Les Paul, Fender Telecaster Stratocaster по вкусу и какое-нибудь что-нибудь спортивное. Опять же, по вкусу. Кто-то Strandberg, кто-то, допустим, Ibanez какой-нибудь современный, там, J-Custom или какие-нибудь японцы, да, или у них сейчас AZ появились. Кто-то возьмет Majesty Music Man. Все на любителя. То есть классика и что-то спортивное. Ну, еще и бас. Опять же, Precision Jazz Bass по вкусу. Все. Это было бы намного быстрее, легче, понятнее. Так почему я складирую вот этих вот ноунеймов? Я сам решил об этом сегодня задуматься, и я, наверное, понял, да. Ну а если ты, как и я, тоже находишься в вечном поиске любви, ну или хотя бы пополнения в свой гарем, то хочу напомнить тебе о таком замечательном магазине, как Guitar Collectors. Топовом магазине по всем показателям среди бэушки и винтажа. У них там есть инструменты от 10 тысяч рублей до много-много денежек, сколько у тебя и нету. Все доведены, блестят и настолько сексуальны, что мой браузер открывает группу ВК в режиме инкогнито. Вообще непонятно почему. Есть педальки, качественные аксессуары, усиление. Плюс у них есть еще помимо сайта группы ВКонтакте, YouTube-канал, где они ведут концерты с группами онлайн. Есть серебаза. В общем, ребята... фанатики, за что мой им большой и вечный респект. Отзывы говорят сами о себе, все опытные гитаристы уже знают об этом магазине, поэтому знай ты. Я оставляю ссылку в описании на их каталог, зацени, погляди, может быть, там ты найдешь теплоту внутри себя. Ну и подписывайся, чтобы чаще видеть красивое. А еще, кстати, у меня там видос вышел на Telecaster. Такой цыганский. И ты, может быть, подумал, что это какой-то старенький видос. Но на самом деле нет. Несмотря на то, что она у меня год лежала,
Да, я на нее обзор сделал только сейчас. То есть это новый видос, он прикольный, веселый. Так что ссылка будет в описании. Если ты вдруг не увидел, забыл, то зайди и глянь, кайфани, все дела. Я решил поделить все на пункты и понял, что, наверное, первый из них — это моя профессиональная деформация сознания. Если бы я в жизни увидел один американский, действительно классный, скажем, да, Gibson Les Paul Standard, то в моем бы сознании он подарил мне мечту. Я бы стремился к нему, я бы хотел этот идеал, который я пощупал 5 минут, да откуда там 5, мне дали подержать его, пощупать 2 минуты, и в сравнении с моим дешевым инструментом мне бы показалось это настоящим творением богов. То есть, да, у меня бы была мечта, и я думал, что это реально гитара легенды с Олимпа. Если бы я фанател от многих гитаристов, то есть, да, которые играли на этом инструменте, то есть прям вот учил их песни, разбирал их соляки, хотел стать точно таким же, как они, ходить в таких же там штанах там и так далее, то есть была бы у меня вот эта вот духовность, стремление к чему-то такому возвышенному западному. Но у меня его нету. Дело в том, что я работал в музыкальном магазине, я видеоблогер, и у меня постоянно под рукой были эти гибсоны. Ну, не то, что прям валялись тут повсюду куча, да, там десятки, нет. Но несколько штучек было, да, и в магазине, там, и гибсонов, и фендеров. Плюс отказные, заказывали, отказывались, не понравился цвет, гриф, форма, звук. Плюс у меня домой постоянно присылают, сейчас у меня два фендера вот прямо передо мной. Да, вот один из них американский, застоил 50 тысяч рублей, вот такой вот матовый, да, Surf Green. И я начал замечать, что, наверное, я к ним охладел. То есть, эти инструменты у меня, даже если дома, они лежат в чехлах, стоят на стойках, в кейсах. Я их не достаю. Я даже себе, когда купил свой Fender Deluxe Telecaster, подумал, наконец-то я куплю какую-то прям серьезный Fender, максимальной комплектации, самый жирный Fender. И я понял, что в итоге, через месяц я, ну, начал его убирать в кейс. Через 3 месяца я начал его доставать только на съемку, на видео, попонтоваться, смотреть, что у меня есть. А через полгода мне уже было лень его доставать из кейса на съемку. Есть такие специальности, скажем, как гинеколог, да? И казалось бы, может быть, ты в детстве-то и мечтал увидеть ее вагину, ваджайна. Вот, но потом ты вырос, и теперь они повсюду. Каждый день, с утра до вечера. Мне кажется, этот человек уже ночью, наконец, приходит домой, слава богу, их здесь нет, ложится спать, и он боится открыть глаза, потому что у него перед глазами будет это. То есть, это все накладывает свой отпечаток в той или иной степени, и, возможно, я потерял какой-то трепет к этим инструментам и начал относиться к ним не как к легендам, а более сухо и более прагматично. И это пункт номер один. Пункт номер два, я специально его поставил здесь, потому что они как бы категорически не совпадают с предыдущим, если не думать. Это то, что американские инструменты, серьезные японские, все еще являются недоступными для большинства. Все еще являются редкостью в магазинах. То есть нельзя зайти в магазин и увидеть там кучу фендеров, да, ну не пускай не кучу, а массу висюлек, скажем так. Смысл в том, что на самом деле фендера все отличаются. То есть нет такого, что они достигли какого-то эталонного звука, какого-то эталонного геометрии грифа. У них в один год выпускается куча моделей, они все отличаются по звуку, даже по весу, они отличаются, естественно, геометрией своей. И уж не будем говорить обо всей истории, потому что там очень много всяких было линеек, серий, все менялось у всех, и у Gibson тоже, это все понятно. Смысл в том, что эти инструменты не висят на витринах именно в магазине, то есть нет возможности прийти и выбрать именно тот из всей массы, который тебе будет удобен и по грифу, и по звуку, и по цвету на глаз, то есть тактильно на ощупь ты уйдешь домой прям в полном восторге этой ночью. Смысл в том, что магазинам намного интереснее купить 10 сквайров в плане денежного оборота, чем будет висеть один фендер. И поэтому это вряд ли у нас в стране станет когда-то прям-таки вот must-have'ом. И это беда. Казалось бы, это и делает их желанными. Но так получилось вот из-за этого явления, что я и накупил себе массу бюджеток. Потому что в них я уверен. Я щупал их очень много, и я знаю, что все мои инструменты, они идеально мне подходят. Я люблю их. Вот это сочетание их тембра, звука, формы, вот именно вот геометрии, внешнего вида, оно у меня целостное. Я понимал, что да, вот я опять снова наткнулся на инструмент, который я хочу. Натыкаться с такой же вероятностью среди фендеров
ну не получалось, чтобы зайти и сравнить, чтобы выбрать. Это всегда 1-2. И отчасти из-за этого начинается такая ломка стереотипов, что, казалось бы, дорогой инструмент должен быть качественнее, тактильно приятнее. Но есть такая вещь, как остаточность неудавшихся экземпляров на витрине. Фендера, те же самые сквайра, дешевые. Они постоянно сменяются на витрине, и плюсы всегда в магазине есть штук 10, а то и 15. И человек приходит и может выбрать удачный экземпляр, который прям с завода будет отстроен, отлажен, все отлично сделан, без косяков. А вот прийти и выбрать также дорогой инструмент зачастую не выходит. Зачастую на витрине висит инструмент неудачный, дорогой, от которого отказались. Его кто-то заказал, пощупал, ну ему или не подошел, или не понравился, и эти инструменты могут висеть реально дольше. И поэтому так получается, что человек видит инструмент, что вау, вот этот удобный, классный, вроде цвет нравится, и есть всего лишь один фендер на витрине, который мне и цветом не нравится, и еще экземпляр бывает не очень, а бывает еще и что-то там с ним случилось уже. Гитаристы домучили, да, местные. Вот, так что это тоже беда, пускай и финансовая, скорее наша. Пункт номер 3 — это глобализация. Дело в том, что качество инструментов средней ценовой категории заметно подтянуло за последние годы. Да, когда-то было так, что есть американские инструменты с историей, с опытом, которые делаются на фабрике, на заводе, и есть, скажем так, дети, инвалиды по зрению, прости меня, господи, азиаты, да, которые все это собирают, плюс-минус сантиметр там-сям, в итоге получается вот это. То есть и серьезно был большой разбег качества, но теперь все изменилось, и в Азии тоже стоят заводы, фабрики. Тоже стоят, собственно, в ЧПУ-фрезеры. То есть ты не вручную вытачиваешь деку. У тебя есть станок с программой, которая уже установлена, и она стабильно делает идеальные деки с идеальными размерами. И под них делаются также, на этих же ЧПУ-фрезерах, идеальные грифы, там, комплектующие. Все это сажается, в конце доводится ручками, которые уже завинтили несколько десятков тысяч инструментов. И, естественно, качество и там подтянулось. И отсюда получается, что, скажем... Вот он, уже запылился, правда, немножко. Fusion, инструмент индонезийский, за 30 тысяч рублей. Ну да, с доставкой, растаможкой там получится 36-37. Но, ну вот можете реально, поскольку ко мне приходили людей, ну не найдете вы в нем ни одного недостатка. Ну вот все, что здесь сделано, идеально привинчено, каждый винтик идеально загнан. Прям-таки ровно вот, где-нибудь бы что-нибудь криво сделали. Нет, ни одной засечки на накладке, на ладах, вершинки все целые, хорошие комплектующие фирмовые поставили. Единственное, что, я не хочу сказать, что этот инструмент, конечно, может тягаться с инструментами там по 300 тысяч, хотя бы потому, что он не звучит как инструмент за 300 тысяч. Я поменял в нем датчики, но все равно, ну, он остался звучать как средний инструмент, то есть. Однако, нельзя не отрицать, что качество современных инструментов азиатских, оно очень высокое. И если оно и страдает в инструментах, то это только потому, что сам производитель заказал такое количество, ну вот именно отдел контроля качества. То есть именно отдел контроля качества страдает. Сделать они могут намного лучше. Просто производитель решил больше вложить в комплектующие и меньше вложить в изготовление самого инструмента. Вложу на место. Я уже давно не видел азиатский инструмент бюджетный, где был бы какой-нибудь серьезный косяк. То есть, допустим, гриф как-то не так стоял, да, не соотносились комплектующие, допустим, гриф был посажен высоко, а брич достаточно низкий, да, то есть сам по себе. Или же наоборот, или же получалось, что лады поставили с очень большой фаской с ходом по бокам, да, а межструнное расстояние порожка достаточно большое получилось, и первая струна слетает. Ну, не вижу я таких вещей, каких-то жестких, категоричных. В то же время я помню очень много серьезных инструментов, в том числе и японских, японской качества, где были все эти косяки, криво поставленные грифы и не только. И ужасный пайка встречалась. То есть все это максимально стерлось. И сейчас действительно качество изготовления, оно зависит не от страны и даже не от ценовой категории, а конкретно от модели инструментов, я бы сказал. Ну и возможно даже по годам. То есть оно пляшет, но намного в маленьких, намного меньших диапазонах, так сказать. Следующий пункт заключается в том, что я не могу продать ни один из своих инструментов. Ну, допустим, стоит у меня там в кейсе мой Fernandez Dragonfly Deluxe, да, с ежами. Очень часто мне пишут, продай этот инструмент мне. Ну, я понимаю, что, ну, за сколько вы хотите его купить? Он новый стоил с ракет, по-моему, да, то есть, хотя это было и по акции, якобы он без акции стоил 70, но по факту это история а-ля LTD 400 серии, то есть, такая корейский инструмент с ежами, но он красивый. Он звучит метально.
У него струны на 1 мм, как любят металлисты по высоте. У него ресурс вообще почти не юзанный. То есть он в идеале, на нем ни одной царапинки нет, ничего, ни одного концерта не было. И я вот думаю, ну, за сколько я должен тебе его отдать? Да даже если я дам тебе его за 50, ну что я куплю за место него? Такое же эффектное, смотрящее, с такой же играбельностью, чтобы я был уверен, что инструмент в идеале. Да ничего я не куплю и не найду за эти деньги. Все эти инструменты нет смысла продавать. Потому что я за них не получу много денег. При этом это инструменты, которые я в течение 10 лет собирал, отыскивал. То есть я прям находил его такой, во, о, оно. Мне жалко их продавать за эти деньги. Для меня они стоят намного больше, потому что это удачные экземпляры, потому что у меня с ними что-то может быть и связано. То есть, потому что я не найду. Я знаю, как я долго искал эти инструменты, я знаю, как я изучаю рынок Авито, и в том числе я знаю, что сейчас продаются такие модельные ряды. Я знаю, что я не найду им замену, не найду им альтернативу. В этот же бюджет точно. Я добавлю еще столько же и куплю то же самое, в лучшем случае. Но давайте представим, что я решил вот вам продать свою любовь, Берни, да, ну за сколько? Ну за 30-ку. И что я буду делать с этой 30-кой? Сколько мне нужно доплатить, чтобы купить хотя бы то же самое? Полтос? Да побольше. Какой-нибудь Epiphone 1959, чтобы он смотрелся не хуже и звучал не хуже, были тоже фирмовые датчики. Они сейчас под сотку, да. То есть, я не вижу смысла. Да, вы скажете, можно на Авито купить какой-нибудь Эдвардс 1050-60, но у меня богатый опыт на Авито, я много чего там покупал. И из всех инструментов у меня остался только, вообще не только на Авито, а в целом пересылом, из всех инструментов у меня остался только, наверное, вот Ibanez. И потому что купил за 10-ку. То есть, это не значит, что он идеальный. На фотках он был без коцок, с коцками пришел и по грифу, и по деке. Но, блин, то, что купил его за 10-ку, эти коцки отпадают, то есть. То, что у него бридж достаточно высокий, сейчас они уж так не делают, поняли, что так делать нельзя. В нем есть недостатки. Но за 10-ку я его люблю. Здесь же так не получится. Я не хочу, я не готов рисковать и покупать инструмент вслепую за 50-60 тысяч, тот же самый Эдвардс какой-нибудь, да, пускай даже с фирмовыми датчиками. Который мне придет, возможно, там не будет ресурса ладов, да, возможно, там не будет какие-то проблемы, какие-то мелочи, что-то мне не ляжет. И плюс, самая главная беда, у меня дома полным-полно отличных инструментов, с которыми я буду его сравнивать. И я вообще не верю, что он выдержит эту конкуренцию. Следующая моя, наверное, болезнь, это то, что я не получаю удовольствия от дорогих вещей. При этом я кайфую от дешевых. Давайте представим себе состоявшегося в России мужчину, да, человека. Скажем, с зарплатой 50 тысяч рублей. По-моему, это в России, ну, состоявшийся человек. В моем городе только что точно. И скажем ему, для того, чтобы это всем показать, что он состоялся, нужен какой-нибудь престижный автомобиль. Допустим, Kia K5. Или Skoda Octavia, чтобы прям достойный, да, чтобы поднимало свое чувство собственного достоинства, и ты ощущал себя царем этой солнечной системы. Так вот, он решает, что он будет жить на 20 тысяч рублей, экономить и откладывать 30. И уже через 7 лет, ну, с учетом инфляции 11, скорее, да, с учетом допов, кредитов, может, и 15. Ну, короче, через 7 лет, в лучшем случае, он станет, если Россия станет победить всех, скажем, да, он станет, то есть, вот он наш победитель, вот так вот, скажем так, по жизни. Я не такого склада ума, я считаю, что машина должна стоить, ну, 3-4 зарплаты. И это тоже такой полюс дебилизма, пускай и с другой стороны, я это признаю. Но так или иначе, скажем, вот этот стеллаж, я вообще люблю мебель из Икеи, этот стеллаж, он из Икеи, но я его еще купил с Авито. То есть, прям вообще фантастика. За 3 косаря. Я отвечаю вам, я кайфую от него, то есть вот прям вот я так рад, что я его купил. Как вот, скажем, в той комнате есть зеркало моей жены, оно порядка там 23, наверное, стоит. И я отвечаю, что я от этого стола кайфую стеллажа больше, чем она от своего зеркала. Не знаю, как это описать, но есть у меня такая тема, когда я беру какой-то инструмент и смотрю на него, блин, нифига себе, за такие бабки, я прям поднимаюсь духом. А когда я беру инструмент, который стоит в 10 раз больше, у меня к нему требования. Что я здесь должен найти такого, что нету там вот за 30-ку.
Я вообще редко покупаю дорогие вещи, потому что я постоянно обжигаюсь. Я, допустим, купил дорогой диван в зал. Два года и хана этому дивану. Я купил достаточно, ну, не очень, все-таки такие плюс-минус серьезные мониторы Adam себе семерки. И в итоге не смог на них работать. Сейчас я купил себе новые моники, на них мне классно работать. Они подешевле, поменьше, блин. На них я нормально делаю все, работаю все выпуски. На тех я теперь музыку только слушаю. Я себе, что еще покупал такого из дорогого? iPhone, пожалуйста. Вот. Всем, что во мне есть, ненавижу это, этот символ гомосексуализма. Почему ты не можешь скачать видео в 4К в галерею? Ты качаешь его как файл в iCloud, а с iCloud почему-то нельзя его сохранить в галерею в телефон сам же и оттуда загрузить в социальные сети. Почему через 2 дня ты смог это сделать? По той же самой ссылке с Яндекс.Диска. И если я иногда думаю, может быть, я, то опять же, тупой, может быть, чем-то... Может быть, я сделал чисто вот Face ID, надо было между булки вот засунуть, чтобы он там все отсканировал, а сейчас пока что мы не свои. Но нет, я захожу в интернете и вижу, что у всех людей так, все агрятся с этого. Вот, и от этого, то есть, постоянно попадание в просад, монитор, опять же, на котором я работал, у меня был монитор на PLS матрице 27 дюймов, то есть, и что в итоге, я потом на HP стал монтировать и на ноуте, потому что дичь. Потому что на этом супермониторе у меня были, ну, сплошные артефакты по черному цвету, по балансу, то есть по всему, короче, отстой. Вот. Не знаю. Такая вот моя жизнь. Когда-нибудь, возможно, я все-таки и прикуплю себе, скажем, классного цвета какой-нибудь Fender. Голубенький, да? Дело в том, что я даже белый Stratocaster за свою... Я столько их щупал, и всяких там разных, и красных, и черных, белых, скорее всего, да. Но чтобы чисто белый Stratocaster классный, я на самом деле даже и не щупал ни разу. Через мои руки проходило фендеров, ну, наверное, ну, не знаю, 3-4 точно. И белый, казалось бы, белый базовый Stratocaster не попался. И на самом деле, на Авито даже, если вы на вторичке найдете где-то в классных цветах их, то там за них вам такой ценник загнут, что вам не захочется его купить. Аналогично и с вот этим Balance. Был бы он не желтый, а был бы он черный, его бы отдавали там за пятнашку. Ну, то есть сейчас. А так отдают за 30-ку и более. Потому что эксклюзив, потому что прикольный цвет, потому что из-за цвета хочется. К сожалению, какой-то конкретный ответ полярный я не дал. Я знаю, что на Ютубе надо быть полярным обязательно. Убежденно с соплями на зубах твердить за одну точку зрения. И только так ты вызовешь максимальную реакцию, а, соответственно, максимальное количество просмотров. Но, на самом деле, в глубине души, по секрету, я убежден, что если существуют какие-то две спорные точки зрения, значит, у них есть аргументы. Если они до сих пор живы, если те же самые Fender Gibson до сих пор живы, значит, они востребованы, значит, они нужны, и что-то у них есть. Собственно, поэтому, увы и ах. Но я очень люблю свои инструменты, и я, то есть, не знаю, будет тяжело, короче, вам, ребята, соревноваться с ними. Чтобы прям-таки, чтобы я пощупал, сказал, да, готов отвалить сотку вот за этот инструмент. Вот он дает то, чего у меня нет. Все. На сегодня будем заканчивать. Нам остался конкурс, да? Нам остался конкурс на педали. Секунду. Итак, запись пошла. 2 недели назад я разыгрывал в своей группе ВКонтакте, чате на гитарке, вот такую вот педаль. Это преамп усилителя трио. Вот. И сегодня мы узнаем, кто у нас его, собственно, заполучит. Пересыл, как я говорил, всегда за счет получателя. Так, нужно было поставить лайк и быть подписанным на сообщество. Что ж, копировать. Вставляем ссылку. Один по лайкам, подписан на сообщество. Поехали. И победителем становится Артём Желнов, если я не ошибаюсь. Смотрим. Сочи. Компрессор на клин не ложи. Ну, вроде как стильный парень. Что-то можно сказать. Привет, короче, тебе. Ты становишься победителем. И тебе педалька поедет в Сочи. Ну, а если вдруг ты откажешься, то мы ее пошлем. Всеволод Метельский. Санкт-Петербург. Поближе. Вот, ребята, ну, в первую очередь, Артём Желнов, если ты в течение 2 недель не отвечаешь, то Всеволоду, соответственно, педалька улетает. Что ж,
До новых видео. Подписывайся на канал, ставь лайк. Приятно посидели. Пока.